В этом году китайский регион доминировал на арене зимних Олимпийских игр в Пекине. Благодаря этому небольшой город Цитайхэ, расположенный на северо-востоке Китая, оказался в центре внимания. Недавно группа тренеров по гонгобежному спорту в Цитайхэ по шорт-треку была удостоена звания образцовный тренер Хэйлунцзян. Сегодня мы познакомим вас с этим тренером. В Цитайхэ, расположенном в восточной части провинции Хэйлунцзян, мороз держится не менее 4 месяцев в году. Природные климатические и географические условия, а также искренняя любовь местных жителей к ледовым и снежным видам спорта создали здесь идеальные условия для ледовых и снежных видов спорта. Мон Сянь Ю, тренер по ледовым и снежным видам спорта первого поколения в городе Цитайхэ, отдал все свои силы и энергию воспитанию спортсменов. Он вставал каждый день до рассвета, чтобы покрыть каток льдом, поесть и отправиться на работу на каток. Раньше моя семья жила очень стесненно, и первую пару коньков мне подарил тренер Мон. В 1987 году Мон Сянь Ю приложил все усилия, чтобы организовать смену клетчевого проекта в Цитайхэ с более традиционного гонгобежного спорта на шорт-трек. В то время гонгобежный спорт на шорт-треке только появился на международном уровне, и Цитайхэ уже заложил фундамент для развития этого вида спорта. К сожалению, Мон Сянь Ю погиб в результате дорожного транспортного происшествия в 2006 году. Хотя тренер Мон больше нельзя было увидеть на катке, группа выдающихся тренеров и спортсменов, отобранных и обученных им, взяла секундомер в свои руки. По окончании спортивного училища я уехал жить и учиться за границу. Примерно 12 лет в моих снах я часто видел, как тренер Мон водил нас тренироваться. В моем сердце звучал голос Мона, и я вернулся на родину работать тренером. Джао Сяобин, замдиректор и старший тренер детской любительской спортивной школы гонгобежного спорта по шорт-треку в городе Цитайхэ, также является одной из них. Она последовательно воспитывала чемпионов зимних Олимпийских игр и чемпионов мира, таких как Сун Линлин, Ван Вэй, Ли Хуншуан. Очень благодарю тренера Мон за помощь. Он помог мне достичь вершин в карьере гонгобежца по шорт-треку. Из-за травмы моя прежняя мечта о чемпионстве была разрушена. И теперь я должна сделать все возможное, чтобы мои ученики осуществили эту мечту о чемпионате. Теперь эстафета пришла к Джан Ли Цзэну, самому молодому ученику тренера Мона. Во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Джан Ли Цзэн был тренером национальной команды и техническим специалистом. В настоящее время в Цитайхэ насчитывается 18 тренировочных команд по гонгобежному спорту на шорт-треке, в которых работает более 20 профессиональных тренеров и тренируется почти 600 спортсменов. Тренеры по шорт-треку на гонгах в Цитайхэ тренируют детей, чтобы создать будущее города олимпийских чемпионов на новой трассе ледовых снежных видов спорта.